Здравствуйте! Мы с вами на канале Итон ТВ, и сегодня мы будем говорить о забастовке муниципальных служащих. Центры местной власти в Израиле сегодня бастуют, не убирается мусор, не ставятся штрафы за стоянку и так далее. Гости в нашей студии – журналист Михаил Гильбоа и адвокат Миша Фридман. День. Первый вопрос я бы хотел задать Михаилу Гильбоу. Михаил, расскажите, пожалуйста, что же они бастуют? Чего они хотят? Ну, это, я думаю, понятно. Они хотят того же, чего хотели всегда. То есть и... хотят денег? Да, хотят денег. Но этого все хотят. Нет, но муниципальные советы хотят всегда много денег. Тем более учитывая тот факт, что государство за довольно длительный период последние годы переложило на муниципальные советы очень много из своих обязанностей. Поэтому вполне понятно, что для того, чтобы исправлять эти обязанности, муниципалитеты должны иметь довольно большой бюджет, а откуда взять им денег? Разве только с населения можно? Да, но мы же им достаточно... платим, мы постоянно платим. Мы, муниципальный платим. Налог. мы платим именно потому, что им все время необходимо все больше и больше денег. Этот налог муниципальный время от времени повышается, причем с разрешения, конечно же, министра внутренних дел, который тоже прекрасно понимает, что муниципалитетам нужны эти деньги для того, чтобы э, делать свою работу. Тем не менее, когда правительство принимает те или иные решения, э, вроде бы желая сделать как можно лучше для населения, выполнение этих решений перекладывает тоже на, муниципалитет, на муниципалитеты, не давая им при этом денег. И говорят, вы знаете, что вот вы возьмите из своего бюджета, который у вас есть, то, что необходимо. К примеру, недавно было принято решение, был принят закон об обязательном образовании, начиная с трех лет, то есть государство практически должно платить, то есть это образование, начиная с трехлетнего возраста, должно быть бесплатным, а кто-то должен платить, кто будет платить, опять государство переложило это на муниципальные советы. Муниципальные советы утверждают, что речь идет там о нескольких миллиардах. Правительство говорит, что речь идет о нескольких сотнях миллионов шекелей. Кто прав, а кто виноват, пока непонятно, потому что необходимо все-таки сесть и посчитать. Тем не менее, муниципалитеты правы, утверждают, что им необходимы, нужны деньги, с одной стороны, и может быть правы именно поэтому, объявив забастовку. С другой стороны, право правительства, которое говорит, ребята, давайте сядем, Обсудим сложившуюся ситуацию. Может быть, найдем в сообща какие-то решения. Зачем же сразу бастовать? И вот вы тут... хотите сказать, извините, я вас перебил, что эта забастовка носит чисто экономический характер? Нет. То есть какая-то все-таки у нас не бывает все вот так. Нет, это ясно и просто. То есть то забастовка носит политический душок все-таки. Политика-экономический характер. Mm -hmm. Уже хотя бы потому уже что интереснее. да уже хотя бы потому что во-первых, к этой забастовке не примкнули все. И, э, по крайней мере, на второй день забастовки от участия в ней отказались в основном руководители муниципальных и городских советов, которые являются членами партии ЛИКУТ, правящей партии. Вполне понятно, они не хотят... Э, так сказать, создавать неприятности для главы правительства, которое является Так что им не членом... нужны деньги? То есть у них есть деньги на все эти мероприятия, а у других нет? Между прочим, у некоторых есть деньги. Есть муниципалитеты, которые спокойно живут на э, тот бюджет, который у них имеется, на те деньги, которые они собирают в течение года. Многие, конечно же, э, им также не хватает денег, но они говорят, если нам правительство предлагает сесть за стол переговора, давайте сядем и поговорим. В то же время руководитель центром местной власти господин Булбут, член партии Авода, то есть партии, которая находится в оппозиции, говорит нет, извините, мы объявили забастовку, все, все должны бастовать, вот и все, не хотим мы ни с кем разговаривать. Хотя сели поговорили с министром внутренних дел, который нашел, в общем, какой-то компромисс. Тем не менее, глава правительства отказался поставить свою подпись под этим компромиссом, потому что сказал, ребята, ночью без э, возможности, так сказать, определить, что это, ознакомиться с, с договоренностями я ничего подписывать не собираюсь. Ах, сказал Будбуд, -буд. все, забастовка продолжается. То есть идея была, наверное, в чем-то правильная, да? То есть экономические требования и как только появился малейший шанс перевернуть эти требования, в политические этим шансом тут же воспользоваться. Конечно, конечно, конечно. Замечательно. Между прочим, это не первый раз и не последний. Замечательно. Тогда у меня есть вопрос к нашему гостю, адвокату Мише Фридману. Миша, скажите, пожалуйста, мы простые да. граждане. Платим каждый месяц муниципальный налог. Мы платим за воду, мы платим за уборку, мы платим за все. И вдруг в какой-то момент наступает ситуация, когда нам говорят: мы бастуем. И никаких да. услуг мы вам не оказываем. Мусор мы не вывозим, улицы не убираем. Я могу потребовать свои деньги обратно. Честный налогоплательщик. Разделим, я, я пытаюсь разделить свой ответ на, на две части. Первое, да, вы можете предъявить исковое заявление в мировой суд и требовать именно то, что вы сейчас требовали. С другой стороны, так как это забастовка, которая является законной, и она получила разрешение э, суда по трудовым вопросам и разрешение э, профсоюзов, по именно, именно поэтому, что это законная забастовка, у них есть, у них у местных советов есть юридическая защита в любом суде. Это была законная забастовка. И поэтому, скорее всего, подав такое исковое заявление, шансы выиграть их равны нулю. То есть, право требовать есть? Есть. Но шанс получить? Нет. Практически нет. Правильно. И Это как правильно. с этим бороться? То есть, никаких вообще нет вариантов? Есть, и над этим уже сидят наши умные люди... Евреи что-нибудь придумают. Будем ждать, что да. они придумают. Да, хорошо. Михаил. Это практически означает, что в Израиле существует закон, позволяющий взимать деньги, но не оказывать за это услуги. Таких законов много. Скажите, пожалуйста, а если, допустим, сейчас будет какое-то предложение от правительства, которое э, как бы возместит часть требований, удовлетворит часть требований бастующих, они воспользуются этим и прекратят забастовку или все-таки постараются тянуть вот эту политическую лямку до конца? Все может быть, учитывая тот факт, что события в Израиле развиваются с очень большой скоростью, причем их так много, что на сегодняшний день непонятно, допустим, насколько с точки зрения политической оппозиции, а ее представляет в центре местной власти, председатель центра местной власти господин Бубут, насколько долго им нужна эта забастовка с точки зрения чисто политической. Потому что вполне может быть, что уже сегодня или завтра глава правительства подпишет Поставить свою подпись под теми договоренностями, которые были достигнуты между представителями муниципалитетов и министром внутренних дел. И с точки зрения чисто экономической, забастовку можно сворачивать. Хорошо, тогда я все-таки попытаюсь. Но тот же, господин Бог, вот может завтра прийти и сказать. Ребята, это все хорошо, но вы знаете, здесь не хватает еще чего-то. И к тем требованиям, которые уже были предъявлены, добавить еще одно. И тогда все начинается сначала. Я бы хотел все-таки еще один вопрос задать Мише Фридману. Пожалуйста. С точки зрения, опять-таки, простых граждан, мусор не убирается, на улицах безобразие валяются там мешки, мусор всякий. Да. Гражданин идет и не дай бог спотыкается, падает, не дай бог ломает ногу и так далее. Кто виноват? Если гражданин упал в силу того, что... Вы только что описали... Да, споткнулся да, валяющийся мусор. В данном, в данном случае есть уже э, то, что муниципалитеты должны были предотвратить. То есть у него есть законное право получить возмещение ущерба нанесенному его здоровью. И этот иск может быть принят судом, и человек получит э, свои деньги. Если будет указан, например, э, не позаботились выставить четкие ограждения, например, опре про против определенного люка, где было завалено мешками, и он проходил мимо и упал. Все, они будут нести ответственность. То есть право бастовать у муниципалитетов есть? Есть. Но право подвергать опасности здоровью и жизнь граждан у них нет. Нету. Вот Нету. это слышать приятно. Вы смотрели программу телеканала ITON TV? У нас в студии были журналисты. Михаил Гельбоа и адвокат Миша Фридман. Всего доброго, до свидания.